под ваши громкие аплодисменты я представляю бойцов. В синем углу ринга находится боец, который представляет город Красноярск. Ему 22 года. Его рост 178 сантиметров, вес 77 килограммов. Он является кандидатом в мастера спорта по армейскому рукопашному бою. Неоднократным чемпионом края по армейскому рукопашному бою, призером Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации. Его профессиональный рекорд – 2 боя, 1 победа и 1 поражение. Виталий Рогатин! И в красном углу ринга находится его оппонент, который представляет бойцовский клуб «Прайд». Ему 42 года. Его рост 188 сантиметров, вес 77 килограммов. Он является кандидатом в мастера спорта по ММА, серебряным призером чемпионата России по панкратиону, участником телепроекта «М1 Fighter». Его профессиональный рекорд – 19 боев, 10 побед и 9 поражений. Из Назарова Владимир Ивашкин! Итак, первый раунд. Ваши аплодисменты. Виталий Рогатин, Владимир Ивашкин. Когда опыт победил молодость. В первом раунде на 2 минуте и 10 секунде победу удушающим приемом одержал боец, представляющий бойцовский клуб «Прайд», город Назарова, Владимир Ивашкин! Здравствуйте все! Я очень рад выступать здесь.
прервать проигрышную серию свою именно здесь, в Анхоле, Сибирь. Первая победа здесь. Буду дальше выступать. Спасибо.